А теперь приятная новость для дагестанцев. Владимир Путин удвоил детские пособия. Согласно закону, ежемесячное пособие по уходу за ребенком теперь должно составлять 6752 рубля вместо прежних 1500 за первого ребенка и 3000 за каждого последующего. Поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до школьников. Также закон защищает выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет от взыскания долгов по суду.